Сегодня мне распаковка, прислали рюкзак. Рюкзак весной, в таком маленьком пакетике. Но вот прислали не через почту России, а через какую-то логистическую компанию. В принципе, дошел он быстро, но почему-то с организации не позвонили. Мне написал продавец, что товар доставлен, вот я получил. Адрес тоже дал. Вот я сходил, сегодня съездил. Скорее всего, завтра с этим языком пойду в лес. Там, может, его сниму еще. Сейчас я его открою. Запаковали конкретно. Скотча много. Сейчас. Стараюсь это сделать быстрее. Прислали из Москвы, кстати. IML почта. Выпало. Стоил он где-то 2000 рублей. 70 литров. У него вместимость. Надеюсь, так оно и будет. Ну это походы ходить. Что-то вообще поместилось. Так. Ну где оно большой? Такой пакет у него, который открывается. Так, что я могу сказать? Запаха нет, реально нет запаха. Я не уверен. Потом я на себе покажу. А, лямки вот, они так пристегиваются. Такой он. Так, ну да. Так, что у нас тут внутри? Внутри ничего нет. Потому что стенка вот эта жесткая. И здесь тоже лямки жесткие. Так, плотные. Сказать. Не то, что они прям жесткие довидуют. Так, внутри у нас отсеков нет. Вообще никаких отсеков нет. Просто прямая коробка. Или что-то здесь. Так, я не нашел отсеков. Здесь ремешочек затягивается. Так, это вполне удобно. У меня вообще коллекция рюкзаков уже все разные. Надо сделать как-нибудь обзор этих всех рюкзаков. И всеми я пользуюсь. Тут какой-то кармашек. Что-то молния сразу пошла. Так. Кармашек такой небольшой. Туда можно навигатор положить. Вот для ножа, я думаю, сюда. Что здесь у нас еще есть? А вот отсек побольше. Так. У меня тут две собачки. Ну, пожалуйста, здесь тоже такой объемистый отсек. Может сюда, да. Что сюда можно положить? Ну, допустим. Спальный мешок. Да, сюда вполне помещается. Ну все, больше отсеков нет никаких. В принципе, я не люблю, когда много отсеков. Так, такой рюкзак. Сейчас еще. Тут есть собачка, сюда можно еще что-то вешать. Короче, все тут, все в этих лямках. В разных лямках. Пристегивать можно. Да. Привязывать. Написано, что он водонепроницаемый. Охотно верю. Надеюсь, он так. Вот. На вид он маленький, конечно. Но его набить очень много, чем можно. Сейчас я на себе одену, покажу. Так он на мне смотрится.
немножко его тут нагрел, его практически не чувствуешь. Вот так удобно все сделано. Плюс спереди такая лямочка тоже, чтобы не мешало ничего. Ну и сверху, ну как на обычных. Все, в принципе, завтра его испытаем, думаю, надежный. Всем, кстати, рекомендую, ссылка будет в описании. За такую цену вообще вещь. Вот. Да, можно по-всякому его здесь закреплять, менять расстояние. Надеюсь, мне прослужит очень долго. Конечно, за грибами с ним ходить вряд ли буду, хотя кто знает. С грибами я хожу с коробом. Старым советским. Вот. Тут еще. Это потом уберу. Оно, в принципе, и не мешает. Но тоже для чего там. Там что-то привязывать, может что-то приматывать. Многофункциональный такой рюкзак. Главное, что вместимый. Палатку сюда положу, спальные мешки. И под ним детьми в лес. Ночевкой. Вот такой мешок. Приобретайте. Кто любит, любитель походов. Разных. Скоро палатка придет. Палатка, в принципе, написано, что она уже на почте, но что-то я ее там не обнаружил. Извещение не пришло. Такой мешочек. Это дышащие штуки, чтобы не потеть, как я понял, как они называются. Все, подписывайтесь, ставьте лайк.